Пам-пам-пам. Всем привет! Настало время для лайтовых рисунков, которые может нарисовать каждый человек. И сегодня будет Чиби Дейдара. Его смогут нарисовать все, и просто запомните, как может нарисовать, и будете рисовать его везде. В школе, дома, там, на доске, везде сможете нарисовать. Рисуем вот такой вот глаз. И вот такие вот глазные морщины. Прямо около глаза берем и делаем ему подбородок вот таким вот образом. Кругообразный. И не дорисовываем до конца. Вот так вот получается. Очень мило и красиво. Поднимаем его немножко выше и рисуем повязку. Тоже не дорисовываем до конца. Нарисуем бровь. И нос, и улыбку. Только одна точка. И все. Ушко будет просто формой такой полукруг. Овал, так скажем. Все. В этом и прелесть Чиби. Очень милые рисунки получаются. Я думаю сделать Чиби потом. И я его сделаю. Поскольку это очень легко и красиво. Вы от железобетона сможете нарисовать Чоби в Чиби. Вот просто железобетонно. А таким образом мы уже нарисовали ему улыбку. Все. Великолепно. Красиво. Отлично. Перейдем к повязке. Ну, к волосам вот эти вот, а потом перейдем к повязке. Повязка заняла мне больше времени, чем я хотел, но в целом я ее нарисовал неплохо. Дейдара у нас такая вот повязка. Типа машина с передней стороны. И около нее так. Опа. И вот так вот обрезаем эту все. Нарисуем волосы. Знаете, у вас Чиби персонаж должен вмещаться в кружок. Вот, типа, если поставить в середину циркуль и покрутить, он должен быть примерно кругообразной формы. Если вы можете заметить, у меня Дейдара получился квадратный. Идентичный со всех сторон. Так тоже можно. Вот так вот. Используйте этот факт, когда будете рисовать его. Знаете, что я понял, что я забыл в момент рисования? Я ему забыл его хвостик. Блин. Можете его просто рисовать. А, ну, хвостик. Наверное, видели, как можно рисовать аниме. Я почему-то забыл. Вообще забыл. Помнил от головы. Ну и зато нарисовал ему облачко. Хочешь так сказать? Так вот, палец. В целом, в Чиби персонаже не нужно рисовать красивых пальцев. Это как анимация Никелодеон. Всегда легкие рисунки. Точно такой же палец. Похож на палец, если честно. Вот так. Мы ему нарисовали палец. Что-то обведённое поле красивее. В целом, нужно обвести некоторые детали одежды. Так что мы уже закончили рисовать Дейдару в Чиби версии. Можете вообще на том тело его не рисовать. Оставьте так, как есть. Типа только лицо, как было сказано. А, звездочку не забыл, а вот челку забыл. Дурак. Костик. Да, мы закончили Дейдара в Чиби версии. Так что всем удачи. И всем пока. Бай-бай.